переполнен, блядь, вообще непонятными чувствами. И с машиной, и с тем, что мне надо еще на камеру говорить, потому что я давно этого не делал. Но она едет не так, как я ожидал, не так, как я планировал. Меня смущают все равно вот эти моменты, что есть пропуски в зажигании и все остальное. Но мне просто надо сейчас выяснить, делали механическая проблема или просто в настройке. По одной той причине, чтобы не обосраться на стенде. Не дует. Ну, ощущение, будто не дует. На данный момент мы движемся в компанию Direct Auto, которая находится на улице Бриебус, для того, чтобы настроить развал схождения автомобиля. Тахометр у нас не работает, температура не работает, но у нас есть волшебная чудо-коробочка, которая нам все показывает. Сделали развал схождения на нашей BMW. Спасибо нашим друзьям, которые нас поддерживают уже на протяжении, на самом деле, многих лет. Они как от самого основания моего пути, так и до сегодняшнего дня поддерживают нас. Это компания Direct Auto, Biker Toys. Хочу выразить отдельную благодарность Дмитрию Сидорову. Димка, если кому-то по вопросам развала, не знаю, ремонта автомобиля и экипировка для мотоциклистов, автомойка, в общем, все, полный спектр услуг, обращайтесь, звоните, и еще раз спасибо им, а мы движемся дальше. Я скажу так, что мне особо как-то так не получается сегодня говорить по одной той причине, что первый выезд я ожидался немножко другим. Сейчас будет ехать дань-дань-дань-дань-дань скакать, бля. Потому что когда мы заводили ее в сервисе, когда мы прогревали и смотрели там, то есть первые тесты были, мотор работал совсем по-другому, то есть хорошо, а вчера вот она стояла, работала и вот начала что-то подтраивать. Ну, то есть я думал, там у нас топливо заканчивается. Съездили, купили топливо, сегодня завели и выехали с территории. Начались вот какие-то пропуски в зажигании и все остальное. И мне даже как-то было стыдно сейчас ездить, потому что с такими этими какими-то хлопками, со всем остальным, хотелось как-то так немножко более элегантно, что ли, и чтобы был хотя бы какой-то буст. А да, сейчас получается, что, не знаю, либо в аварийном режиме работает, либо зажигание, пропуски, свечи, катушки. Поедем в сервис обратно разбираться, и в любом случае у нас осталось уже мало времени, потому что в субботу мы по-любому записаны. Человек уже едет на настройку, чтобы настроить машину, как бы. Держите за меня ваши маленькие и большие кулачки. И пальцы ставьте вверх. И комментарии ставьте. И что-то там делитесь, наверное, если кому-то интересно. Я не хочу прощаться, потому что что? До встречи!